Ребята, всем привет! Вы смотрите канал Видеолепка, меня зовут Роман, и сегодня по вашим многочисленным просьбам я буду лепить новых героев из игры Brawl Stars. Ссылка на плейлист с лепкой всех этих фигурок есть в описании под видео. Сегодня я слеплю три фигурки – Пайпер, Барли Волшебника и Эль Примо. Сначала буду лепить фигурку Пайпер, и так как у нее очень пышная юбка, внутреннюю часть сделаю из серого скульптурного пластилина. Также для этого можно использовать алюминиевую фольгу. Далее слепим все основные элементы фигурки. Подставку для фигурки я сделал из оранжевого пластилина. Пайпер – это эпический боец, которого можно выбить из любого ящика. Имеет низкий уровень здоровья, но огромный потенциальный урон. Ее основная атака наносит урон в зависимости от расстояния до цели. Пайпер делает одиночный выстрел из своего оружия. Снаряд двигается в прямом направлении с высокой скоростью. Чем больше расстояние преодолела пуля, тем больше она нанесет урон врагу, тем самым делая Пайпер абсолютно беззащитной в ближнем бою, если у нее не заряжен суперудар. Перезарядка выполняется с крайне медленной скоростью. При использовании ульты Пайпер делает большой прыжок, а также выбрасывает 4 гранаты, наносящие большой урон противникам, которые попали в радиус взрыва. В воздухе она абсолютно неуязвима ко всем видам нанесения урона. Если она находится достаточно далеко, то может отлично поддерживать свою команду как снайпер. Кто-то сравнивает Пайпер с диснеевской спящей красавицей и Золушкой. Другие видят в облике бойца-принцессу из игры Super Mario. Она действительно наряжена как королевская особа в длинное платье. В руках аристократичный зонтик, являющийся замаскированной винтовкой. Thank you.
Вот таким образом у меня получилась фигурка Пайпер. Теперь я покажу, как слепить фигурку Барли-волшебника. Барли – редкий персонаж Brawl Stars с низким уровнем здоровья, но с интересной атакой длительного действия. В его арсенале – бутылка с кислотой. Барли швыряет ее в любое место на карте, и неважно, угодит ли она в цель. В течение некоторого времени токсин будет витать в воздухе и действовать на любых врагов, забегающих на эту территорию. Барли-волшебник бывает двух видов. Синий волшебник дается за вход в Supercell ID. Красный – за 2500 звездных очков. Вместо привычной бутылки у волшебников плюшевый заяц. Барли кидает его, и тот, взрываясь, образует токсичную лужу под цвет шубы магического робота. Вот такой у меня получился Барли-волшебник. Далее буду лепить Эль Приму. Для лепки тела Эль Приму я смешал белый пластилин с оранжевым и коричневым. Эль Прима из Brawl Stars – один из редких игровых персонажей, который сражается только на близких расстояниях.
обладает высоким показателем здоровья, позволяющим выдерживать большое количество атак противника. Бьется кулаками и наносит 4 удара в течение одной атаки. Прыгает на дальние расстояния и нападает на врага, нанося ему большие повреждения. В переводе с испанского языка «Иль Прима» означает «кузен» или «двоюродный брат». Большую часть реплик персонаж говорит на испанском языке, остальные фразы на английском. Свою силу он получил от призрачного метеора, который обрушился на него из открытого космоса в более раннем варианте онлайн-игры. Иль Примо из Brawl Stars – это крупный персонаж с большими кулаками, которыми он наносит мощные удары и отражает атаки. На талии он носит широкий пояс с большой пряжкой. На голове бойца – голубой шлем с красными изогнутыми полосами. Шлем наполовину закрывает лицо бойца. Итак, ребята, вот такая фигурка Иль Примо у меня получилась. Пишите в комментариях, какая из фигурок вам понравилась больше всего. Спасибо вам за лайки и комментарии. Если вы еще не подписаны на наш канал, то обязательно подписывайтесь. А также вступайте в наши группы. Все ссылочки есть в описании под видео. В видео сегодня попадают Роман Роман, Марго Кэт и Плей Гейм. Ребята, передаю вам огромный привет.